Live from London, this is BBC News. Britain's former Prime Minister Boris Johnson apologises. Показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава. Не успел доснять, но сейчас только что над нами FPV-шка пролетела, вот орет, дрон-детектор упал, дроны теперь господствуют над полем боя. FPV-дроны это главное сейчас, на твой взгляд, опасность? Да, я думаю, да, небо, небо явно в них. Вот еще, кстати, да, слышу. Как только слышим звук дрона в небе, то прячемся к деревьям.
Да, конечно, стопроцентной защиты это вам не даст, но для пехотинца это снижает вероятность поражения. Потому что, конечно, опытный пилот FPV-дрона между деревьями он может вас достать, но все равно деревья в лесу, вот, они снижают вероятность поражения дроном. А дронов этих в Кременском лесу огромное количество. Прищепка у них здесь какая-то, да? Да, скорее всего. Вот. Да, то есть у нас уже был случай с одноразовым FPV-шкой. Парни сидели на позиции и слышали камикадзе с писком. Камикадзе с полным снарядом фугаса, забитый тротилом, осколками, чем только можно было, прилетел к нам в гости. Спасла сетка, оторвала провода, и снаряд не сдетонировал. Снаряд просто залетел на позицию, упал, и как бы все. По ним прилет был близко, вообще близко. Ситуация нормальная. Прибыли. В первый день поставленные задачи выполнили. Окопали окопы, заняли позиции, продвинулись вперед на 150-200 метров. Площадь большая, порядка, наверное, километра. Штурмы бывают, птицы летают. Вот. Это вот как раз камикадзе летит. Вот он. Нормально. Вот такая у меня на головой. Стой, тихо. Обязательно, но потом. Видимо, за нами наблюдает. Я же тебе сказал, камеру. Начали подготовку по опорным пунктам противника для подготовки дальнейшего наступления штурмовых групп. Сейчас у нас идет артиллерийская подготовка. Подготавливаем все для того, чтобы штурмовики дошли. Вот, противник? Да, противник. Сейчас ему... Сейчас он умрет скоро. Бам! Есть попадание. Прямо в блиндаж. Наши парни просто, у них духа хватает вагон. Сшибают их с обычного стрелкового оружия. Духа у парней хватает. Если, дай бог, бывает возможность, отправляем подарки эти им же обратно. Над ним камикадзе! Над ним камикадзе! И сработал, фу! FPV-шники хорошо работают, у них не дают и порой бывает да и подъехать, и подойти спокойно, чтобы было комфортно. Но комфорта здесь не будет, ни у нас, ни у них. Ну, то есть война поменялась, то есть еще то, что год назад было, сейчас? Конечно, конечно, все люди, как сказать, опыт набираются, все смотрят друг на друга, учатся друг у друга. Сейчас уже война артиллерии, как говорится, после войны.
зону мы заняли. Противник еще остается на нескольких опорниках, которые уже не считаются промзоной. Вот. И следующая наша задача – это выбить их оттуда. Промзона – это вот ключевая точка для Авдеевки. Вот как если на север смотреть, это Терегон около Коксахима, то промзона она является таким воротами в Авдеевку, потому что там и выход на высоту, что можно наблюдать весь город целиком. И поэтому движение, соответственно, будет прямо вот в сторону города, потому что там будет выход, и мы сможем наблюдать город, и работать и артиллерией, и пехота сможет работать по городу, и дроном нам, соответственно, будет легче. Ощущение от противника, у них закончились артиллерийские снаряды, они вместо них используют дроны камикадзе, ими компенсируют отсутствие боекомплектов к артиллерии. Для нас, беспилотников, это самое интересное, работать против своих, так сказать, ну, коллег по ту сторону. Был случай, приезжает, ну, ведем разведку, там корректировали артиллерию, видим, пикап едет. Пикап останавливается, паркуется там, где мы знали место остановки автомобилей, и оттуда выскакивает оператор беспилотника украинский с сумкой от Мавика, бежит, убегает, мы ему машину камикадзе мы сожгли. То есть противник, он очень самоуверенный у нас, когда он в тылу отходит. Они ходят, гуляют, там на машинах катаются, мы смотрим, докуда они доезжают, ну и поражаем технику при возможности людей тоже. На расположении их, да? Да, да, ну мы всегда доводим их до самого конца, нам интересно, где они живут. Ну я работал с товарищами, то есть товарищи какое-то количество уничтожали, я, ну, больше 5 автомобилей точно вот за это лето уничтожил. Очень боятся наших дронов камикадзе, там с пленных спрашивали, рассказывали, прям вот, было приятно услышать, что оценили на той стороне результат нашей работы, что они знают, что мы их доставить можем очень-очень далеко. Дівчатка прийшла додому, наварила пельменів, зараз ось переправку собі купила. Ще така голодна, що це просто, просто, розумієте? Голодна. Переправка, коротше, з красної цієї, з красної такої штучкою. Ну, я не знаю, це казали ці узбеки, ну, дядь, поняли. Я теж дуже-дуже хочу попробувати, яке воно. Ну то капу ебал. Да, как? Да, вытяг. Открывай. Давай сюда. Давай.